Соревнования в клубе единоборств по боксу и кикбоксингу проводятся ежегодно при поддержке администрации Ленинского городского округа. Главная цель турнира – пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Такие мероприятия мы проводим, стараемся проводить как можно чаще, вот насколько это возможно. Мы проводим для того, чтобы популяризировать спорт в Ленинском округе в первую очередь, ну и в целом в России. Сейчас вот на данный момент я очень сильно хочу, чтобы наши дети развивались не только интеллектуально, скажем, да, но и физически. В соревновании приняло участие более 100 спортсменов разного уровня подготовки. У новичков была прекрасная возможность набраться опыта у профессионалов. Для Маргариты Поморцевой это первый турнир. Спортсменка была уверена в своих силах благодаря поддержке семьи и тренера. Настрой боевой, естественно. Я же не просто так сюда пришла. Как долго готовились к поединку? Около месяца. Как только узнала, что он будет, стартанула готовиться. Нет страха перед соперником? Конечно, есть. Страх всегда есть. Это же соревнование. Страх не перед соперником, страх перед собой, что не оправдаю свои ожидания скорее. Несмотря на юный возраст, Ангелина Махмудова уже участвовала во многих соревнованиях. Занимается единоборствами уже 6 лет. Считает, что этот вид спорта отражает ее характер. Ну, вообще, меня многие мальчики боятся в классе, и как-то увереннее себя чувствуешь. Когда ты идешь по улице и знаешь, что ты можешь дать сдачи, если что, это уверенность. В дальнейшем тренерский состав клуба планирует открыть специальный проект, в рамках которого школьники муниципалитета будут бесплатно посещать занятия по боевым искусствам. Мы от себя готовы предоставить зал, готовы выделить время, готовы подключить тренерский состав для того, чтобы дети приезжали к нам. Мы организацию перевозки детей тоже берем на себя. По итогам соревнований все участники турнира показали свое мастерство и завоевали заслуженные награды. Наталья Буслаева, Кирилл Махров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.